К другим темам. В США причиной задержки десятков рейсов стал сбой программы в приложении iPad. Пилоты авиакомпании American Airlines используют планшеты Apple для чтения информации о расписании и маршрутах полетов. На этот раз они не смогли получить необходимые данные для технических характеристик. Из-за сбоя некоторым самолетам пришлось вернуться к терминалу для подключения к Wi-Fi. Другие судна смогли подняться в воздух только после того, как пилоты распечатали всю информацию на бумаге. Американская авиакомпания American Airlines уже 2 года использует электронные носители полетной информации вместо бумажных. Такой шаг позволил уменьшить топливный расход, сэкономить почти 1,5 миллиона долларов в год и сократить время подготовки к вылету. Помимо American Airlines, планшетами в своей работе пользуются пилоты авиакомпании United Airlines и Delta.